приступил к созданию романа, взяв на себя обязательство написать его в кратчайшие сроки, дабы расквитаться с кредитором. Согласно кабальным условиям издательского контракта, в случае нарушения срока Достоевский должен был подвергнуться, по его выражению, страшной неустойке. Так бы и произошло, если бы не помощь стенографистки Анны Сниткиной. В итоге роман вышел вовремя, в 1866 году, а стенографистка стала женой Достоевского. А вот Сергей Сергеевич Прокофьев играл не в рулетку, а в шахматы. Тем не менее, роман «Игрок» был любимейшей его книгой. Еще лет 18, читая его, я думал, какой великолепный сюжет для оперы. Так рассказывал Прокофьев. Он с жадностью зачитывался романом.